Головком Сирський опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фотографією та з інтригуючим підписом про те, що працює у вихідному районі. Такий пост виклав головком Сирський. І от буквально щойно з'являються новини від президента Зеленського про те, що сьогодні було вже 3 доповіді від головкома Сирського. Доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Про це запевнив президент Зеленський в своєму вечірньому зверненні. От як ви сприйняли от такі заяви і Сирського, і президента, на вашу думку, чи пов'язані вони, та як ви їх трактуєте? Сьогодні можна поздравити команду Сирського з полугодієм. Ровно полгода роботи Сирський в качестві головкома. И показывают результаты, по крайней мере, те, которые мы видим. Есть негативные моменты, однозначно есть, особенно на Восточном фронте, Донбасс. Мы сдаем Донбасс, и это как раз один из таких ответственных на данный момент, наверное, самые ответственные все-таки ответственные направления. Почему? Потому что россияне именно там расположены в большом количестве, резервы двигаются, то есть мы не несем потери. И это как раз один из тоже, это одна из причин именно смены команды в свое время, почему как причина ее можно подавать именно отход наших войск от Восточного фронта. На Восточном фронте теряет Донбасс. Но есть положительные моменты, и сейчас мы их видим, по крайней мере, попытка спасти ситуацию на Восточном фронте. Попытка — это движение на Курск, то есть движение на другом участке фронта, асимметричный ответ, так сказать, асимметричный удар и попытка оттянуть резервы россиян. То есть, опять же, это пока попытка, то есть пока еще мы результатов не видим, но тем не менее, полгода работает новая команда, и с этим надо поздравить Сирского. Пане Романе, багато новин на сьогодні з тимчасової Росії, з Курської області, і там і президент, диктатор Путін теж щось там наговорив, і воєнкори багато пишуть в своїх телеграм-каналах, але маємо доволі цікаве відео від чеченського командира, так званого, тікточно. Давайте зараз послухаємо відео і перейдемо до його обговорення. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши вот, подразделения «Ахмат» другое, которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес 2 мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Пане Романе, що ви думаєте стосовно цієї заяви, чи погоджуєтеся ви, та наскільки от з військової точки зору можна оцінити зараз роботу і дії російської армії в Курській області? Ну, Ахмат – це збірна солянка. Там в основному командири чеченці, а набраний личний состав со всього со всей Росії і там ще з ближайших некоторих стран, тому говорить о том, что Ахмат — это там чеченское подразделение, я бы не стал. Такая же сборная солянка, как и все вооруженные силы российские. Потому уже привязывать там напрямую там, к чеченскому народу лучше не стоит. Чеченцы, они те, которые воюют за свою свободу, за свою независимость, воюют до сих пор. Есть чеченские отряды, которые на нашей стороне воюют против россиян. Воюют со своим основным врагом на данный момент, с Российской Федерацией. Они выполняют свои боевые задачи. Ахмат, это еще раз повторюсь, это больше кадыровщина, то есть по управлению республика Кадырия, она к чеченцам, наверное, отношения прямого не имеет. Надо разделять эти направления, чтобы не обидеть наших друзей чечен, граждан Ичкерии, которые воюют за свою независимость. У нас воюют ингуши, дагестанцы, у нас очень много народов Северного Кавказа, которые добудут свою независимость, тем более мы несколько уже
республик и отдельных национальных кластеров признали, Верховная Рада признала несколько северокавказских республик. Потому, а уже по действиям самих российских подразделений, действительно, они там есть некоторые, до сих пор сидят на своих местах в окружении. Несколько позиций окружены, они никуда не уходят, потому что уходить уже нет. Это, кстати, говорит о том, что как раз управление войсками было из рук вон плохо организовано. То есть они даже побросали позиции, даже не знают, где они на данный момент находятся. Где-то там есть, они никуда не уходят. Да, они уходят только в окружении. Мы зашли с тыла, то есть, и правильно, кстати, с одной стороны говорит военный российский о том, что зашли с тыла. Да, так в этом же и весь смысл замысла того же Сырского, скорее всего, это его замысел. Это вот он, его выступление, может быть, первое в качестве главкома, если можно так сказать, положительное, довольно-таки положительное на данный момент, что не встречая сопротивления, практически прошлись по тылам, как в свое время проходили по тылам наши деды, когда это надо было делать. То есть сейчас как раз вот такие информационные, и этот информационный поток подтверждает правильность решений главкома и генштаба, подготовку генштаба к этому превентивному удару. Превентивный удар, он должен был остановить или расчленить российские позиции, которые готовились наступать в сторону Сум. И вот этот превентивный удар, тем более с рассечением, с определенным тактическим просачиванием, очень грамотно был проведен, что даже, опять же, подтверждают это командиры российские, что они даже не дернулись со своих позиций, как украинские войска оказались уже в тылу. Потому они там сейчас и остаются. Я думаю, сейчас их всех пособирают и будем обменивать. У нас очень много на обмен. Ребят наших уже давно томятся, третий год в плену у россиян, потому здесь будет хороший обменный флот. Главное, что вот эти все оставшиеся на позициях, те же ахматовцы, они не погибли, а их можно было бы обменять. Ахмат, кстати, обменивает очень быстро, обменивает своих бойцов на наших, потому тут очень важно вычислить ахматовцев и пропустить через механизм обмена. Пане Романе, більш детально про успіхи цієї спецоперації хочу вас попитати. На третій день з'являється більше інформації і від міжнародних ЗМІ. Наприклад, The Telegraph пише, що майже 20 населених пунктів Курщини повністю або частково під контролем України, а зона бойових дій 430 квадратних кілометрів, це більше за Харків. І The Telegraph додає, що менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території, ніж за весь контрнаступ літку 23-го року. Пан Романе, чи от хотілося б почути вашу аналітику стосовно от таких цифр і стосовно того, що зараз відбувається на Курщині, на новому, можна сказати, фронті? Та, на вашу думку, чи можна цю спецоперацію вже вважати успішною? Мы третий год об этом говорим. Направление на Москву в крайне пуганных идиотов. Эта фраза уже, наверное, третий год летает по эфиру. Я ее только где только можно об этом говорю. Любое направление в сторону Москвы, оно абсолютно не защищено. Даже в прошлом году это ЧВК «Вагнер» доказал. Они вообще из-под Ростова туда пошли и дошли практически под Москву, остановились на реке. То есть это направление, которое россияне никак не защищают. Ну, Ахмат, разорванный там по позициям, какие-то срочники, пограничники, ФСБшники, КГБшники, ГРУшники, то есть кого там только нет, сборная «Солянка» наш не удержит регулярные части, которые выходят на определенные задачи. Поэтому именно это направление, оно должно было быть и в два года назад надо было двигать на сторону Москвы. В прошлом году можно было вопросы решать не движением в сторону Токмака без авиации на 5 линий обороны российских проминированных, а двигаться, допустим, в сторону того же Курска. А это в общем, что на Курск, на Брянск, на тот же Белгород, вообще на Белгород можно было отодвигать линию фронта от Харькова для того, чтобы они не могли работать. То есть это можно было делать все три года, уже не повторюсь, 649 раз, не побоюсь, 649 раз повториться, в крайне пуганных идиот. Туда можно зайти как нож в масло.
И то показали сейчас наши войска вот именно правильность такого рода движений. Никто не сказал, что мы будем воевать только на Донбассе. А такое впечатление, что кто-то где-то договорился, и нас уже 11-й год выделили Донбасс как поле боя. Такой интересный ринг создали, и оттуда типа никто никуда ногой, ни лево, ни вправо. Разносите в ноль Донбасс, и там и погибайте. Кстати, как раз для нас очень неудобная позиция именно на Донбассе. Почему? Потому что россияне на высотах донецких, они их заняли в 2014 году, и их очень сложно оттуда сдвинуть. И нас туда загоняли там воевать. Это не надо было делать. А вот движение в сторону Москвы там ровное, как стол поверх. Это еще Наполеон доказал в свое время, правда, чуть севернее дорогой шел. А вообще любая дорога в сторону Москвы, она пустая, открытая. И вот то, что наши сейчас пошли, я думаю, это принесет определенный эффект. Разворачивать надо линию фронта, опять об этом говорю, третий год. Разворачивать линию фронта надо вдоль линии границы между Украиной и Россией и ее выравнивать. То есть не вдоль границы отрываться, а надо выравнивать линию фронта, там создать километров 400 фронта, выровнять, срезать там вот эти выступы, вклинения в районе Теткино, ну вот такие, такого плана. И выровнять границу. Понятно, что она будет не границу, а линию фронта, она будет идти, естественно, по российской территории. Почему нам удобнее проводить линию границы на российской территории? Потому что и линию фронта, линии боевого соприкосновения. Для любой фортификационной задачи должна быть определена зона обеспечения, так называемая, перед рубежами. Это минные поля. Так вот, минировать лучше российскую землю. Не украинскую землю, а российскую землю. Минировать, сколько есть мин, надо еще уточнить, где делись наши миллионы противопехотных мин. Это у этой власти, которая куда-то их дела. А надо минироваться на глубину в несколько километров в тело России. И чтобы эти мины там и оставались. Пусть у них голова болит, что теперь с ними делать. То есть вот с таким подходом надо подходить. Вот сейчас Сырский показывает правильный подход и правильное выполнение боевой задачи.